Привет, зритель. Вот такая полочка. Вчера ее забрала, собирала. Примерно до 2 часов ночи с перерывом на поесть. Тут действительно, как в отзывах писали, перепутаны детали номерами. Ну, я перевернула, а там вот, где уже действительно было перепутано, как бы это. Ну, какие-то 2 гвоздика, которые якобы улучшают скольжение этого ящика, но он вполне без этих гвоздиков может жить. Вот что у меня тут. Всякие инструкции по применению. Такс. Я ее протестила вчера. Что-то у ней даже погрело. Можно поставить наверх. А можно занавеску пока сдвину. Можно поставить вот как я поставила. Хочу сказать спасибо Пеньку за оформление спонсорной подписки. Из подписки. Вот кошка сюда спрыгнула. За донат на Яндекс и за донат на PayPal. Я ценю, что вы меня поддерживаете. Мне тоже неприятно. Так. Это маленький такой ролик будет. Кошка вот немножко... А, вот что, люди. Я вчера в блендере, который еще не смонтировала, но в Инстаграм фотки есть и в Телеге тоже. Если вы еще не подписаны на Инстаграм и не читаете Телегу, и у вас даже нет еще Телеграм-канала, вы можете, в смысле Телеграм-аккаунта, вы можете это все оформить быстренько, потому что оно никаких денег ваших не требует. В отличие от, допустим, доната мне любимой или оформления подписки платной на мой каналчик. Это у нас какао-масса. Какао-бобы я перетерла в насадке китбордовского блендера КТ-13-12 450 ватт, который добавила туда виноградного сахара, еще раз протерла, а потом уже пробила погружным блендером Redmond, который я все никак не смонтирую, купленный в прошлом году осенью, но когда-нибудь до этого доберусь. Вот, это шоколадная паста, кстати, тает во рту. Но в следующий раз попробую уже обжарить какао-бобы и сделать без какао-беллы. Не, ну крутая полочка, да? Зритель, как ты думаешь? Вообще мне очень нравится, клевенькая. Весит около 6, ну 6 где-то, может чуть даже побольше, килограмм. Тяжеловатенькая, но в принципе вполне очень хорошая. Если у тебя, зритель, такие же проблемы, куда вот это вот девать? Дай знать в комментах, как ты справляешься со своими такими проблемами. Ну и вообще что-нибудь дай знать в комменты. Ну и пока.